А если вдруг допроса нету, ничего, плохая шутка. Шутка. Я в этой жизни сам вершил и правил суд, но там мне страшно. Страшно. Когда невинно осужденные придут, ты срок не дашь им, не дашь им. Я в этой жизни очень много нагрешил, но там Бог видит, видит. И вот теперь на небеса попасть решил, о нет, не выйдет, не выйдет. Тебе, судья, и топай краю, краю. Да только вот грехи твои, судья, себя не отпускаю, не отпускаю, не отпускаю, не отпускаю. Еще один взмах лезвия, и страшная месть свершена. Опустошенный возвращается Суинни домой. Вот, теперь все, все кончено. Но судьба распорядилась иначе. Увидев в дверях цирюль незнакомую сутану, Элиза бросается за отцом, а наталкивается на незнакомца с окровавленными руками и безумным взглядом. Бетти! Девушка как две капли воды похожа на свою мать. И зовут ее также Элизабет, Бетти. Помутившийся рассудком, Тодд принимает дочь за свою жену. «Почему ты жива? Ты жива в моем сердце, но мертва в этом мире. Я мстил за твою смерть, я ненавидел всех, я проливал реки крови. И все зря? Нет, ты не должна быть живой!»